После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея по имени Акила, родом понтиец, и Прискиллу, жену его, недавно пришедших из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряхнув одежды свои, сказал им: «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоему чтущему Бога по имени Иуст, которого дом был подле синагоги. Крипс же, начальник синагоги, уверовал Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же, видя не ночью, сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и 6 месяцев, уча их Слову Божьему. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи, иудеи единодушно напали на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион нисколько не беспокоился о том. Павел, пробыв еще много дней, простился с братьями, отплыл в Сирию, и с ним Прискилла и Акила, остригши головы кенхреев по обету. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, простился с ними, сказав: «Мне непременно нужно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прискилла остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он вошел в Иерусалим, приветствовал церковь и сошел в Антиохию. И, проведя там некоторое время, вышел и проходил по порядку страну Галатейскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господнего, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Анново. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Деяния, 19 глава. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, что Дух Святой есть». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В крещении Иоаннова». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего же их было около 12 человек. Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и убедительно свидетельствуя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана.
Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали даже платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали призывать над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали и 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и еллинам. И напал страх на всех них, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказал их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и укрепляло слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Ираста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господнего. Ибо некто серебряник по имени Димитрий, сделавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немало число людей, говоря, что те, сделанные руками человеческими, не боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонцев, Гаия и Аристарха, спутников Павла, они единодушно устремились в театр. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не пустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться в театре. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знала, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Блюститель же порядка, успокоив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес – служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини ваши не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище,
Сказав это, он распустил собрание.